Здравствуйте, друзья! С вами на связи Соколова Анна, проект Elite Infobiz. В этом видеообзоре я хочу рассказать вам про некое издательство Будённо, а вернее про работу в данной компании. Сайт выглядит как будто это настоящее издательство, которое занимается версткой текста, дизайном полиграфии, рекламой книг, издает книги. Но на самом деле в последнее время в интернете появилось очень много подобных сайтов, неких издательств, и эти издательства, конечно же, не настоящие. Здесь есть работа оцифровщика текста на дому, нужно печатать текст и оплачивать за него от 80 до 150 рублей за один лист формата А4. Это очень большая оплата, учитывая, что даже копирайтеры за свой нелегкий труд умственный получают меньше. А эта работа намного легче. И явно какие-то здесь обещания очень сомнительные. Но здесь также нужно платить страховой взнос, якобы который является гарантией того, что вы выполните задание, что вы серьезный человек и в срок его сдадите. Но данный лохотрон стар как мир. Раньше такие объявления печатались в газетах в рубрике «Работа». Люди отправляли письма, оплачивали деньги, оплачивали этот страховой взнос, но в итоге им, конечно же, никто никакие тексты не предоставлял. Сейчас подобный лохотрон перекочевал в интернет, и, к сожалению, далеко не каждый еще о нем знает, и люди все равно оставляют здесь свои средства. Иначе таких бы сайтов уже не существовало. Давайте попробуем выполнить какое-нибудь задание. Введу какие-нибудь данные. Мне отправлено задание на электронную почту. Сейчас проверю. Проверим папку спам. Да, в спаме есть. Итак, для получения задания необходимо внести страховой взнос в размере 480 рублей по московскому времени до такого-то времени на банковскую карту какого-то Бинбанка. Про такое даже не слышала. Комиссия за перевод до 30 рублей включена в сумму страхового взноса. После оплаты нужно отправить обратно письмо, подтверждение оплаты, данные по оплате. И возврат страхового взноса производится вместе с выплатой гонорара. Конечно, оплачивать этот страховой взнос это себе дороже. На самом деле никто не вышлет вам потом в итоге никаких заданий. Это уже проверенный метод, которым облапошивает множество людей. Поэтому даже оплачивать этот взнос смысла нет. Если это настоящая редакция, то они должны принимать деньги, допустим, на свой расчетный счет, а не на какую-то банковскую карту неизвестного банка. Причем, когда вы скидываете деньги кому-то на карту, то человек должен еще указывать фамилию, имя, отчество, чтобы вы не перепутали. Но здесь же личности остаются в тени, никто не хочет себя раскрывать. И, конечно же, даже после того, как вы оплатите, никакие задания вам не поступят, потому что самого текста-то не существует. Как вы видите, нам здесь не прикрепили никакого файла с текстом, хотя бы с началом текста, чтобы убедиться, что он есть. Но чтобы вы в этом убедились, что сайт полный развод и лохотрон, я сейчас поставлю видео на паузу и оплачу данный платеж. Я оплатила платеж, отправила ответное письмо с указанием последних четырех цифр карты, с которых я оплатила. Написала, как я хочу получать средства, и в ответ, конечно же, тишина. Письмо было отправлено в никуда, я просто скинула деньги на неизвестную карту, и никто, конечно, никакой работы мне не предоставит. Запоминайте сам метод развода, потому что издательств похожих очень много. Они будут отличаться сайтами, будут отличаться названиями, но метод развода у них будет один и тот же. Не бывает работы удаленной на дому наборщика текста, это все развод. И, конечно же, не стоит тратить на это свои деньги. Поэтому данный сайт не советую пробовать зарабатывать подобным методом. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.